Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Doom 3 BFG Edition. Мы находимся в аду. Я сейчас убавлю звук, а то грохну от этого непонятного гвалта, какофонии. Могу сказать, что в последней серии, когда мы сюда попали, нам было не очень приятно, потому что это все просто капец какой-то, на мой взгляд. Так, ну и продолжим. В принципе, жить здесь можно. Но, как говорится, осторожно, потому что в некоторых моментах нам натурально стучали по голове. Но по большей части сложности не испытываем, потому что, насколько я понимаю, в игре баланс все-таки переработали в угоду консольным версиям игры. То есть, чтобы не заморачиваться, сделали для всех версий баланс одинаковый. Не знаю, зачем это нужно было сделать версия для ПК, но как бы там ни было. Ну, то есть, очевидно, что... Так, появляемся из воздуха, окей. Очевидно, что на консолях целиться посложнее, и реакция все-таки не та с аналоговых стиков. Поэтому и враги более тупые и менее меткие. Но да ладно. Я, в принципе, в оригинальную игру не играл в свое время, поэтому не могу сказать, насколько сильно отличается, но в комментариях люди пишут, что... Да что ж такое? 5%! Хана! Амба! Так, нужно отступить. Пишут, что сложность, короче говоря, там была довольно сильно больше. Да ладно, не так важно, потому что мне даже на этой сложности играть крайне интересно. Снизу летают души. Где они? Вот они. И не только снизу. Вообще, на мой взгляд, вот то, что тут происходит, это капец, как будто вообще по полной программе. Ну, вы посмотрите, это же, это ненормально. О, капец. И почему-то еще мне это все напоминает, я не знаю, Oblivion из Elder Scrolls. Ну, видимо, потому что там... Ой, тихо, тихо. Давай только не ты, а. Ой, какие-то новые зомби. А, вот такие же зомби, мы их видели, испытуемые образцы в криолабораториях. Значит, их отсюда притаскивали. Понятно. Рохни. Хорошо, как тут шумно, это офигеть просто. Но в целом жить можно. Так, патроны и пистолет, что ли? Тут патронов мало, давайте возьмем плазмоган. Почему бы нет, давно не брали. У нас полный зарядник. О, ты, надеюсь, один? Ну, кроме него, там, конечно, еще это, да? Это тихо-тихо. Так, проход зарос, отлично. Я не могу отступить назад. То есть моя трусливо-отступательная тактика тут не работает. У нас 34%, давайте сэкономим игру. Офигеть, просто офигеть. Нет, все-таки в Дельта-комплексе мне было как-то поспокойнее. Здесь просто совсем какие-то злые ребята у нас. Уй, твою мать. Прям хапнул. Дохну. Не попал. Хорошо. Все-таки, на мой взгляд, лучше было бы, если бы они не исчезали. Мне это, честно говоря, не сильно нравится. Ну, понятно, там это было сделано для сохранения оперативки. Подожди. Блин, я уже пугаюсь всех углов. Хорошо. Так, кто там сзади появился? Мы куда-то... Блин, ты тут не один, по-моему. Вообще, знаете... лучше... Да, отвяжись ты, ёлки-палки. Вот так вот делать. Вот и все проблемы, на самом деле.
Я не знаю, будут ли тут враги более страшные, чем вот эти бабайки барона ада. Но барона ада достаточно серьезные противники. Хотя, если говорят, что в обычной версии они были еще сложнее, я представляю, насколько они рвали там. Так, еще один, смотри. Да, блин, попал. Вдох, не уже, ну, живой, смотри, он сюда не может попасть. Тупой. Конечно, их шарики. Ой, блин. Это было эффектно. Их шарики могли бы летать быстрее. Я успеваю чайку попить, пока они долетят до меня. Там за спиной еще один, по-моему. Нет? Только тут. Ой, вот, вот тебе не надо. Фу. А тут можно жить, по идее. То есть, после всего, что мы уже прошли, как-то ад. Вполне себе обычное место. Не сильно выбивается из общего ряда. Да, блин, новый. Прекратите там респаунс, нет? Причем враги такие мелкие, они несложные, просто беспокоящие. Это раздражает еще больше. Ой, там у нас что такое? Свинина какая-то, что ли? Тупо кусок мяса. Ну да. Мясницкая. Опять вы. Ну тут у вас просто какие-то промышленные, я не знаю, количество. Ладно. Шо? Кто это там так? Это чьи звуки, интересно. Пойдемте проверим. Блин. Интересно и жутко одновременно. А, ну я так и думал. Ну хорошо. Терпимо. Еще кто будет? Потому что это для нас уже не количество. Ад, по идее, должен пугать, но если он в предыдущей серии на самом деле как-то напрягал, то сейчас просто... Ну ты уже понимаешь, что враги в таких количествах, в которых они лезут тут, серьезно тебя повредить, то есть тебе навредить не могут. Поэтому как-то я успокоился. Вот если их будет переть раза в три больше, тогда уже... Ой, твою мать. Так, ну ладно. Готов. Пока что врага меня бояться надо. Это круто. Вообще приятно поиграть такой. Так, пардон, ребята. Но тут, я думаю, пострелять вас будет удобнее. Это... Да, блин, но мелочь-то пузатая. О, так, хорошо. Ой, да ты откуда взялся там, а? Блин, откуда вы лезете, елки-палки? Как тесно. Еще? Вроде нет. Ну и ладно. Фу, какая дверь, да? Многозначительно так демонстрирующая, что нас ждет внутри. Прям приглашает. Хорошо. О, там опять кишки по стенам. Да, блин. Ты
Я, кстати, погуглил, и на самом деле в этой игре нет зональной системы повреждений. Поэтому хоть ты ему в пятку стреляй, хоть в лоб, разницы особо нет. Поэтому люди, которые в комментариях писали, стреляй ему в глаз, четко в глаз, это все глупости. Это нам ничего не даст. Ух ты, а тут прям Silent Hill какой-то. Местный ад многогранен. Правильно говорят, у каждого ад свой. Да, неприветливо. For every step you take, your soul moves closer to me. Чем, говорит, ближе ты ко мне подходишь, тем ближе ко мне твоя душа. Это посмотрим, Бертругер. Попа не треснет от таких заявлений. Suffering and pain. Страдания и боль ждут тебя. С мягким знаком. О, еще наши. Ну как наши? Не совсем наши, конечно. Вниз нам явно не надо. Ты посмотри, какие. Прям коленные суставы какие-то. Спаси нас. Ого. Ого. Вашу мать. Тихо. О, там какие-то летающие хрени. Нужно их сносить, что ли, я не знаю. Тихо, тихо, тихо. С фонариками. Так, архитектура местная понятна. Уничтожь, говорит. А он сам слепой, что ли? Подожди. Они ему подсвечивают, где я нахожусь. Тихо, тихо. Минус. 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 А, понятно. Нам шепотом подсказали, что уничтожь искателей, и тогда охранник будет уязвим. Так? Я думаю, так. Капец, у нас 85 ракет. Еще попадать, конечно, с такого расстояния это будет сложно. Но в целом битва... Если все дальше так пойдет, вполне себе решаемо. Ой, я попробовал пострелять по порталу, это нам ничего не дало. Кусает он, кстати, довольно больно, поэтому нужно приложить скилл, чтобы не попадаться. Да, блин. Тихо, давай, дружок. Бей. Твою мать. Тихо. Где ты? Где ты, елки-палки? Я тебя потерял. По-моему, я все правильно делаю, нет? Будем надеяться на это. Так, что-то как-то только жизни быстро кончаются. Я думаю, пришла пора взять более какое-то такое оружие удобное и больше внимания обращать на его выстрелы. Ищем аптечку. Пока что не видать.
пока. Они, видите, они подзывают его. Да, еще бы разброса такого не было, конечно, это хрень. Минус. Нет, тактика понятна. Единственное, чтобы у него... Ой, он бегать начал. Злиться, падла. На, скотина. А, портал, смотри, я все-таки стреляю в портал, ему хуже становится. Возможно, что-то я делаю правильно. Но я думаю, мы все-таки еще погибнем, да? Так, одного я, по-моему, минуснул. Второго. Тихо-тихо, дружок. Он опять ни хрена не видит. А может одного оставить? А нет, мне нужно по порталу ставить. Так, все. Блин, так. Я все-таки не пойму, то есть в портал нужно стрелять или в него? В портал я стреляю, он как-то краснеет. Или он краснеет сам по себе? Давайте сейчас попробуем по нему пострелять. Тихо, где еще? Уйди, уйди, постылый. Шо? Так, давай тебя. Просто я по нему стреляю, ничего не краснеет. Стреляю по порталу, что-то происходит. Так, у меня заканчиваются патроны. Так, хорошо. Блин, ну... Я ж потеть начинаю. Это до того напряженно, но при этом... Ай, ладно, короче, блин, просто нужно убить эту сволочь. Недолет. Один готов. Тихо там, да? Давай, блин, давай, давай, давай. Ох, хорошо. Это, похоже, будет не быстро. И все-таки, мне кажется, нужно по порталам стрелять. Да, я был прав. Видимо. Хотя, может, его ударной волной убило. Ух ты. Что же это такое? Интересно. Это есть куб душ? Нас много, и мы один. Ты знаешь нас как куб душ. Освободи нас из нашей вечной тюрьмы, и мы поможем тебе. Убей наших врагов, и мы станем сильнее. Освободи, говорит, нас, чтобы уничтожать зло. Ух ты! Глазки. Блин, это что-то совсем плохое. Так, а как мне какую кнопку его... хорошо. На какую кнопку мне выбирать куб душ? Непонятно, честно говоря. Возможно, его зарядить сначала надо. Так, мы оказались у самого выхода, что ли, отсюда? Мы отсюда начинали. Откуда-то отсюда, да? Уничтожь зло. Сделает нас сильнее. Мы тебе сослужим.
Я, говорит, единственный способ уничтожить самого сильного воина ада. Отлично. Мы выбрались из ада. Это круто. Ты опоздал. Аду больше не нужен уже портал. Через врата ада пройдут миллионы моих слуг. Скоро флот Земли будет тут, и через их корабли мы принесем этот ад на Землю. О-ха-ха-ха. Так, окей. Возможно. Как бы там ни было, нам нужно убираться отсюда. Так, ну я, насколько помню, по научным записям, куб душ можно включить исключительно... Так, он там Бертругер был. Исключительно покормив его сначала убитыми врагами, то ли 5, то ли 4 врага нужно. А нам прежде нужно выбраться отсюда. Я так понимаю, это наш не последний визит. Не последний визит в ад. Хотя, я бы хотел, чтобы последний, там слишком плохо как-то. Фрагментированные части тел, надо что поделать. Кто это там воет? Нет, здесь намного страшней, а там намного тревожней. Тихо. Надписи на стенах. Умри, умри, умри. Добрый день. Так, хорошо выбрали, что дальше. Фу, мы больше не в аду, это самое главное. Офигеть. Ну мы тут были, да? Так, вы хотите сказать, что у меня по новой отобралось все оружие? Ну-ка. Да, у нас опять отобрали все оружие, поэтому, в принципе, вот это сейчас будет для нас оптимальным выбором. Фух, давайте сохраним игру. Отсюда, насколько я помню, мы попали к этим порталам. Возможно, нам сейчас не в эту сторону, но... Все же. Страдай. Ну, что же нам тогда делать? Сюда же? А, ну сюда же, елки-палки. Да, тот самый мост. Вы никуда не делись, я так понимаю. Ух ты, я попал, сколько вас. Используй нас. Какую кнопку вас использовать? Я сейчас, честно говоря, маленько не для того, чтобы вас использовать. А, куб душ на Q, понятно. Возможно, эта штука будет хороша против там каких-нибудь баронов ада. Но против такой мелочи смысл-то... Ну-ка, давай еще раз попробуем. Да, она одного убивает. Да, блин, сколько у вас тут, елки-палки? Ну... Ты посмотри. Может, я что-то делаю не так? Может, мне нужно именно... И чё, всё? Или типа это было обучение такое? Ну хорошо. Ой, ой. Хорошо.
Хорошо. Плазмоган. Вот тебе, это мне не хватало сейчас, честно говоря. Привык я уже к тебе. Лифт и шахта. У меня уже какая-то нелюбовь к этому после Black Mesa. Ну, давайте как-нибудь поосторожно попробуем. Кому помочь? Нет. Ну уж нет. Не та игра, извини. Чтобы идти на шепот. А, не падай. Ох. Чуть не сорвал. Блин, что ты пугаешь меня? Чуть не сорвался. Уф. А вот тут на самом деле страшно. Добрый день. Все? Блин, как я так упал? Где-то, я слышу тебя. Выходи, демон. Так, и так будет с каждым. Отнюдь. Не, вот эта мне пушка больше нравится. Вообще она, на мой взгляд, одна из самых-самых таких. Кто? А, понятно. Это ты. Сейчас мы все используем наш новый кубик. Вот так, отлично. Да, она убивает любого врага с одного удара, я так понял. При этом нам еще маленькой жизни прибавляет, или мне показалось. Как бы там ни было, полезная штука. И самое главное, необычная. И самое главное, что приятно использовать. То есть не нужно там жать по 10 кнопок. Ой. Тихо, это что за экономия в таком месте? Да, свали-то уже, ну. Нам походу туда. Так, ну давайте мы на этом, наверное, остановимся и в следующей серии уже двинем туда. Наконец мы выбрались из ада, да, и как-то даже приятно вернуться в этот комплекс, хотя мы по нему походили на протяжении более чем 20 серий, но тем не менее это круто. Приятно вернуться сюда после ада, это уже кажется более-менее родным, как ни странно и не парадоксально это звучит. Так что увидимся в следующей серии. Мне кажется, мы уже подбираемся к финалу игры. Есть такое подозрение у меня. И мне кажется, что мы скоро уже подойдем к местам раскопок, откуда все, собственно, это пошло, где были обнаружены записи. Так что будет интересно. Оставайтесь на канале, следите за обновлениями. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.